Настроение в поселке Каменский Родниковского района немного чеховское. Гудение экскаватора сродни стуку топора из пьесы «Вишневый сад». Буквально недавно здесь снесли школу, в которой училось не одно поколение жителей поселка. Учреждение пришло в негодность, и на его месте было принято решение построить новое. Жалко очень. Мама моя училась здесь. Да. А работали? Работал завхозом. Вот. Год всего лишь только. Ну вот устроилась. Жалко. Первоначально регион планировал войти в федеральную программу с одной школой в поселке Савино. Но, взвесив все «за» и «против», решили строить и в Каменском. В этом году на текущие работы по двум объектам из областного бюджета направлено 130 миллионов рублей. Основную сумму планируется получить из федеральной казны. Сейчас проводят демонтаж старой школы. Подрядчик разбирает мусор. Также его задача – пробурить водяные скважины. Будет автономная автономный водопровод у школы, то есть из двух скважин, почему он состоит, на случай аварии включается вторая, школа будет всегда обеспечена водой, причем хорошего качества, так как скважина глубиной более 100 метров, я уже говорил. Проект Савинской школы уже готов, по Каменскому пока дорабатывается. Известно, что это будет современная школа на 150 мест. Сразу после определения сметной стоимости запланировано выйти на аукцион. Будет иметь всю современную инфраструктуру, столовую, спортивный зал, актовый зал. Будет отвечать требованиям доступности для маломобильных групп населения и для инвалидов других, с другими сенсорными нарушениями здоровья. Вот. Школа по всем демографическим параметрам достаточной вместимости для этого населенного пункта. Строительство школ в Каменском и Савине будет завершено в конце следующего года. Это жесткое требование федеральной программы, потому регион подстраховался и начал работы в 2017-м на собственные средства. Учащиеся начальной школы Каменского с сентября будут посещать приготовленные для них классы в местном детском саду «Буратино». Остальным придется добираться в ближайшую Острецовскую школу. Дорогу туда займет не более получаса. Для ребят выделят автобус. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Родниковский район.